что мы нам сегодня привезли? У вас отличный вкус, я вас поздравляю. Это действительно один из самых значимых мотоциклов, мотоцикл века. Пожалуй, это один из самых необыкновенных стендов на выставке «Мото-зима-2016». Это какие-то невероятные птицы. А это его хозяйка. Лена, расскажите, пожалуйста, откуда такая замечательная идея? Идея простая. Из шести стран мира. Кто обладал компетенцией по производству мотоциклов? Они ощущают чувство полета, чувство счастья. Почему? Если вы посмотрите, мотоциклы у меня за спиной, Индиан, знаменитейшие четверка, которые все считают. Я вижу на птичках какие-то имена. Наши сотрудники, у них есть свои ники. Они все участвуют. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. С чем вы к нам приехали? Наша команда очень молодая, но достаточно суперспективная. Мы занимаемся тюнингом для мотоциклов BMW. Это стекла, вся защита, кофрус. Ее партнером Бальфин не раз в этом мотоцикле. Что они там делали, мы не знаем. Это же мотоциклы, в основном туристы. А вы сами катаетесь? Я, к сожалению, нет, но мои сотрудники... У нас сегодня на сцене большие замечательные герои. Скажите, пожалуйста, а на мото-зиме, мото-весне вы впервые? Нет, посетители удивлены, с удовольствием фотографируются. Скажите, пожалуйста, а вы впервые на мото-зиме? Также присутствовать. Да, мы на мото-зиме впервые. Почему? Потому что я признаю открою страшную тайну, я сам не особый мотоциклист. Но я люблю мото. Лена, сегодня у нас самый жаркий день, сегодня суббота, второй день мотовыставки «Мото-зима-2016». Я желаю вам очень много посетителей, клиентов. Спасибо вам большое. Уважаемые россияне,